Добрый день, накопились посылки. Ну что ж, быстренько сейчас их откроем. Очень красивые штампики. Добрались они до меня за примерно месяц, где-то недельки 3,5. Очень красивые завитушечки, я их очень-очень-очень-очень люблю. И надеюсь, что они будут гармонично смотреться в открыточках. Кроме того, я еще получила такие штампики. Красивенькие бабочки. Отдельное видео по штампам я сниму, потому что едут еще несколько наборов. Я тогда уже их отпечатаю и покажу, что в итоге получается. Здесь, мне кажется, тоже лежит штампик. Я была права, это штампик с такой древесной текстурой. Он сам по себе, вот на ощупь, если трогать, то он плотненький. То есть при надавливании на него не должен сильно размывать рисунок. Это заказывал муж. Переходнички для зарядки. Скорее всего, на Nokia, на Lumia. Ну да, скорее всего. Если с ними будет что-то не так, то он снимет отдельное видео. Тоже очень быстро приехала. Ой, немножечко ее прорезала. В общем, это ручка, в нее набирается водичка. Такая приятная кисточка. И размываются акриловые красочки. Хорошенькая штучка. Почему она не откручивается? Не откручивается. Как-то резьба сделана не так. Ну ладно. Стоила она где-то, наверное, рубля 53 примерно. Хорошая ручка. Так, смотрим дальше. Заказывала гель-лак. Номер 9901. Он должен быть с эффектом кошачий глаз. Красивого цвета. Гель-лаки, которые я получила недавно, я обязательно покажу, как они смотрятся на темном фоне. Можно видеть, я уже сделала маникюр с гель-лаком. Синий мне не очень понравился, а вот зеленый классно переливается. Он даже чем-то на хамелеон похож. Здесь много-много очень-очень приятного кружева. Значит, беленькая кружево-резиночка. И цвет такой желтоватой слоновой кости. Заказывала разное кружево по ширине. Ссылочки обязательно дам. Вот это мне нравится. Нежненькое такое, тоненькое. Здесь, мне кажется, тоже штампики. Как-то так открыть, чтобы не повредить. А то нож у меня хорошо наточен. За окном ливень. Заказывала чуть более месяца назад эти штампики. Мне понравилось в них то, что здесь много всяких листиков.
Их можно как вырезать, так и просто штамповать. Повторю, сниму отдельное видео по всем этим штампикам. Ну, тут, думаю, даже рассказывать не нужно. Это клей для накладных ресничек. Черный. Кстати, особой разницы между черным и белым клеем я как-то не обнаружила. Держат они примерно одинаково. Заказала себе сережечки. Я, кстати, думала, что они металлические. Но мне кажется, что они вообще какие-то пластиковые, потому что они просто невесомые. Красиво переливаются. Ссылочку оставлю. Цена вообще была смешная, 19 рублей. Я думаю, на лето такие сережки, ну, вполне уместные. И самое главное, конечно, то, что они легонькие. Не будут травмировать ушки. Муж заказывал аккумуляторы. Тут все написано, все понятно. Также, если что-то будет не так в их работе, то он снимет видео. По-моему, здесь тоже штампики. Точно. Сегодня 23 июня, заказала я их 6. Ну, как я думаю, это очень быстрая доставка. Тоже плотные штампики. Кстати, вот заметила, с Алиэкспресса все штампы плотные. То есть оттиск получается максимально четким и не расплывается краска. Тоже отдельно сниму видео. По-моему, здесь тоже штампики. Нет, я ошиблась. А что это? А почему так мало? Эту бумагу я заказала с eBay. Здесь должно быть 24 листа. Она тонкая, вообще как офисная бумага. 24 листа стоило 200 рублей. Если бы я знала, что она такая тонкая... Конечно, я бы никогда не взяла. Вообще ужасно. За эти деньги я бы могла купить нормальный набор бумаги. Такой принт можно и на офисной бумаге распечатать на цветном принтере. Я расстроена. Так, последняя. Самые обычные реснички. Ну, как всегда, все помятое. Но на их внешний вид это практически не влияет. Все это выпрямляется. Хорошие реснички. Они не такие пушистые. Есть тут, конечно, косяки. Вот можно видеть, да? Такая длинная-предлинная. Ой, потерял. Вот она. Ресничище торчит. Вот все это можно подрезать. Они смотрятся неплохо, сильно на глазах не выделяются. Это когда хочется подчеркнуть уголок глаза, то вот половинку я приклеиваю. И мне этого вполне хватает. Ну что, все. Все мои посылки на сегодня. Кружева много, штампиков много. Ой, классно. Ну что ж, спасибо всем большое за внимание. И пока-пока.